концертном зале Сходнинской детской школы искусств в исполнении юных гитаристов, скрипачей и вокалистов звучат песни и композиции военных лет. Мы составили и организовали концерт, посвященный знаковому событию Великой Отечественной войны, операции «Багратион», которой мы будем повествовать об освобождении Восточной Белоруссии и Польши. В январе мы проводили концерт, посвященный музыке блокадного Ленинграда. В частности, мы будем продолжать и летом, и по сезонам делать такие циклические концерты, насыщенные инструментальными и вокальными номерами. Мероприятие прошло в рамках проекта «Историческая память», который создан партией «Единая Россия». Одной из целей проекта является работа по патриотическому воспитанию молодежи на базе богатого исторического наследия.